Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Близина. Здравствуйте. Власти в два раза сократят расходы на поддержку занятости. Цифры уже заложены в трехлетний бюджет Кировской области. Если в следующем году в регионе потратят 48 миллионов рублей на службу занятости, в том числе переобучение кировчан, повышение квалификации, ремонт центров занятости, то в 2022 году сумма снизится до 25 миллионов, в 2023 – до 20. Зато кратно вырастут вложения в повышение производительности труда на предприятиях. В следующем году финансирование проекта адресной поддержки предприятий составит 6 миллионов. Через год ассигнование увеличится до 20 миллионов, а в 2023 году достигнут 24 миллионов рублей. Программа «Экономика». Чиновникам станет выгодно, чтобы кировчане становились самозанятыми. Со следующего года их количество будет включено в список целевых показателей по нацпроекту поддержки предпринимательства. В 2021 году количество самозанятых кировчан должно быть минимум 5600 человек. Сейчас есть 4000. Столько людей заинтересовалось новым налоговым режимом, ставшим доступным с июля. К 2024 году властям надо увеличить число самозанятых граждан до 26 тысяч. «Экономика» на 101 FM. Урезанный бюджет кировчане могут обсудить на слушаниях. Они пройдут 12 ноября с 10 утра. Прийти на них лично нельзя, можно смотреть трансляцию. Ссылки будут доступны в соцсетях и в правительственных группах. В ближайшие два года Кировская область будет жить на меньшие суммы, чем в 2020. Бюджет 2021 года урезан на 2,5 миллиарда рублей. В следующем году он будет дефицитным, как и в этом. Разрыв между расходами и доходами превысит 1 миллиард. Объем доходов 66 миллионов рублей. Почти половина денег поступит из федерального бюджета. Экономика. В завершении о валютах. Доллар сегодня 77,19. Курс евро 91 рубль 35 копеек. Ольга Близина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.